следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело в отношении ученика одной из местных школ по признакам преступления, предусматривающего ответственность за покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних. По предварительным данным следствия, 19 января утром ученик 9 класса одной из школ, расположенных в микрорайоне Сосновый Бор города Улан-Удэ, с топором напал на учеников 7 класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное заведение. В результате его действий различные ранения получили 3 ученика и учительница, которые сейчас доставлены в медучреждение. Мотивы этого преступления, а также полная картина происшествия сейчас выясняется следователями. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая принимает меры по обнаружению и изъятию следов преступления.